Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, и это новая рубрика «Видео-ответы на ваши частые вопросы». Я давно уже хотел сделать такую рубрику, но никак не находил времени или мешали какие-то другие факторы. Но сегодня я вот делаю первое видео, и первое видео будет посвящено бесплатным шаблонам Joomla. На моем канале YouTube это будет отдельный плейлист здесь. Вы часто, наверное, видели в моих уроках вот такое всплывающее сообщение, где я призываю вас спуститься в описании под видео, где вы сможете скачать 55 бесплатных качественных шаблонов. В этом видео как раз таки пойдет об этом речь. Как же все-таки получить эти шаблоны очень просто, быстро и бесплатно? Для этого вам потребуется перейти на мой сайт fedorovasiliev.ru и произвести несложную бесплатную регистрацию на сайте. Это если в том случае, если вы еще не зарегистрированы. Здесь на сайте будет вот здесь вот такое вот меню «Вход регистрация». Нажимаем. Дальше прокручиваем чуть ниже. Здесь есть такая внизу ссылка «Еще нет учетной записи». Нажимаем на нее. И здесь как раз таки важный момент. Пишите имя, логин, пароль, И вот как раз таки вот этот вот раздел «Ваши интересы». Если вам нужен 55 качественных шаблонов, то вы выбираете вот здесь вот галочку «Шаблоны для Joomla». По умолчанию здесь стоит галочка Adobe Muse, вы ее снимаете. Но это чтобы просто рассылка к вам не пришла именно из этой рубрики. Но если у вас есть желание, вы можете взять, поставить галочки, и во всех этих рубриках к вам придут уведомления соответственно. Вот именно 55 бесплатных шаблонов Joomla – это вот эта вот именно галочка. Вы просто ее ставите, заполняете остальные поля, нажимаете «Регистрация». Регистрация, если вы все правильно заполнили, будет завершена. И смотрите, автоматически, практически сразу приходит вам письмо на почту. Письмо должно прийти практически сразу. Если оно не пришло, подождите 10 минут. Давайте посмотрим, как это выглядит изнутри. Заходим в почту. Во входящее сообщение оно будет выглядеть вот так. Школа Федора Васильева, подписка, шаблоны для Joomla. Если такого письма нет, то есть заголовок у вас будет абсолютно такой же. И если такого письма нет, то вы проверяете папку «Спам» здесь. Если его там тоже нет, хотя оно там вряд ли может быть, то вы пишете мне. Но это редко бывает, но бывает. То есть в большинстве случаев письма всем доходят. Но если вдруг вот у вас не дойдет письмо абсолютно, да, то есть ни сюда, ни в спам, значит, вы мне пишете на мою почту с вопросом, что письмо не дошло с такой-то рассылкой. И я вручную вам отправляю письмо, и это письмо уже доходит 100%. Дальше письмо изнутри выглядит так. 55 бесплатных шаблонов. И внизу вы видите вот такую ссылочку. То есть скачивайте его без проблем. Залито это на Яндекс.Диск. Кликайте по кнопке и скачать с Яндекс.Диск. Но он может не дать скачать, то тогда нужно будет добавить этот zip-файл к себе на Яндекс.Диск. И там уже вы скачаете его без проблем. Соответственно, не забудьте то, что это большой архив. Его нужно сначала на компьютере будет распаковать. И там уже будут все шаблоны разбиты по папкам. Теперь информация для тех, кто уже ранее был зарегистрирован на моем сайте, но не получал данной рассылки и хочет ее получить. Что делать для этого? Тогда вы просто также заходите в «Вход регистрация», нажимаете «Войти», авторизовываетесь на сайте. После этого вы прокручиваете сайт в самый низ и находите здесь ссылку в самом низу «Управление подписками». Обратите внимание, этого пункта меню здесь не будет, если вы не авторизованы на сайте. Нажимаем «Управление подписками», вы попадаете вот на такую страницу. Здесь вы можете выбрать, в каком виде получать письма на почту. В текстовом виде или HTML. Что это такое? Если выбираете текстовый вариант, то письмо не будет выглядеть вот так вот красиво, с заливкой, там, с картинкой и так далее. Письмо будет приходить только в текстовом варианте. Соответственно, HTML – это поддержка картинок, стилей и так далее. И здесь все просто. Просто вот выбираете также рассылки на те, которые вас интересуют. Соответственно, шаблоны ставим «Да», остальное все «Нет, нет, нет». И нажимаем внизу на кнопку «Сохранить изменения». Страница обновляется, и вы получаете вот такое вот сообщение. Сообщение «Подписка шаблона для Joomla успешно отправлен по адресу». То есть тут будет ваш email. Подписка успешно обновлена.
После этого вы переходите на сайт. Это будет выглядеть вот так, да? Вот верхняя строчка. Заходим, и то же самое здесь получается. Надеюсь, эта инструкция вам поможет. И я надеюсь, что у вас больше не возникнет вопросов, как получить ссылку с шаблонами. На этом я заканчиваю данное видео. Если у вас возникнут вопросы, вы их можете написать в комментариях на YouTube под этим видео. На этом я с вами прощаюсь. И до нового видео, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.